Сегодня же во Владикавказе обсудили концепцию развития туристического кластера региона. Участники встречи подвели итоги первого этапа разработки мастер-плана горных территорий. По словам председателя комитета республики по туризму Ацамаза Дзарахохова, он включает в себя архитектурный код, единый стилистический облик застройки, концепцию развития туристической инфраструктуры и так называемую специализацию ущелий, где намерены отразить приоритетные направления развития. Разработкой документа занимается госкорпорация «Кавказ.РФ». Кластер охватит южную часть Владикавказа, пригородный, Алагирский и Яравский районы. Общая площадь проектируемых территорий более 500 гектаров. Мы пригласили достаточно большое количество экспертов. Надеюсь, на сегодня мы сможем дать какую-то обратную информацию для корпорации «Кавказ.РФ», на которой они в дальнейшем будут основывать свою работу. Данный документ послужит толчком для увеличения туристического потока, который будет носить, по нашему мнению, организованный характер, в отличие от того, что мы имеем сейчас, где турпоток, он на 50% неорганизован.